Текст. Работа с текстом. В иллюстраторе 7 текстовых инструментов. Первые 3 инструмента довольно часто используемые. Они по горизонтали набирают текст сверху вниз. С 4 по 6 инструменты – это вертикальные текстовые инструменты, и если по одной строчке их набирать, то это удобочитаемым будет. Но если вы наберете в одном фрагменте несколько строчек по вертикали, то увидите, что движение справа налево происходит. Эти текстовые инструменты не для европейских пользователей, но при необходимости по одной строчке, как вы это видите, вы можете набирать текст. И 7-й инструмент, который появился сравнительно недавно, давайте все посмотрим. Отделяю все текстовые инструменты с помощью треугольника и разобьем на 2 основные части эту тему. Первая часть – это объектный текст, или очень часто называют фигурным текстом. Объектный текст или фигурный текст – это небольшие текстовые фрагменты. И они набираются, допустим, в 2-3-4 строки, допустим, это имя, фамилия, адрес, даже четверостишие, но не более. Как это делается? Первым текстовым инструментом мы делаем клик по любой точке. Клик по любой точке, и с клавиатуры начинаем ввод текста. Обычный, так и наберу. Горизонтальный. Текст. Enter нажму для перехода на следующую строку. Enter. Объектный текст. Просто так еще раз назову. Объектный или фигурный текст. Мы так очень часто называем, потому что есть некоторые свойства, которые сразу, когда мы делаем клик для получения курсора, эти свойства сразу включаются. Объектный или фигурный текст. Фигурный текст. И специально набираю кое-что латиницей. Adobe Illustrator. То есть очень важный нюанс, когда вы делаете клик текстовым инструментом по любой точке, вы уже свойства объектного текста включаете. Как вы привыкли работать еще из Microsoft Word, наверняка знакомы эти функции. Можете выделить что-то конкретное. Можете черной стрелкой выделить весь фрагмент. И на панели опций уже что-то редактировать. Например, хочется выбирать разные шрифты. Внимание! В моем текстовом фрагменте и русский, и английский текст, и кириллица, и латиница. И когда я выбираю шрифты, а это делаю я так, я поставлю сюда курсор, где мерят про шрифт по умолчанию, и на клавиатуре стрелочками вниз и вверх начну перемещаться по списку шрифтов. Вы видите, как латиница меняется. Adobe Illustrator меняется, редактируется, подчиняется разным шрифтам. Но кириллица, русские буквы, увы, не всем шрифтам подчиняются. Дело в том, что разработчики Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign в основном работают с шрифтами для латиницы. Очень мало шрифтов для кириллицы. Это, как правило, стандартные офисные шрифты. Если вы знаете название этих шрифтов, вам достаточно набрать 2-3 буквы от названия. Например, Times New Roman. Буквально несколько букв набираю и Enter. Офисные шрифты с русским текстом работают. Но это программа Illustrator, и вы можете скачивать любые шрифты в разных стилях. Готические, орнаменты, узорные, фигуристые и так далее. То есть разные шрифты вы можете себе скачивать и просто вставлять в систему Ctrl-C, то, что вы скачали. Или продаются такие диски 50 тысяч русских шрифтов. Вы выбрали подходящие и Ctrl-C нажали,
в панель управления, в список шрифтов вы копируете Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V – обычное копирование и вставка. А также можно через правый клик скопировать, но это более такой наглядный способ, который я сейчас вам показываю. Ну что ж, давайте посмотрим, где у нас шрифты. Я здесь нажимаю периодически на разные. Вот, пожалуйста, шрифты, и сюда Ctrl-V. Шрифты системные, все, что здесь будет установлено, то и вы в дальнейшем в иллюстраторе в этом списке или через главное меню Type можете выбирать для своего текста. А таким образом, пожалуйста, все это работает без проблем, абсолютно. Скачайте, устанавливайте, покупайте разные шрифты. Они продаются, есть огромный выбор. И сюда попадут шрифты, которые вам очень интересны. Пока столько, что ж делать, не такой большой список, но все же. Далее, что хочется еще здесь сделать? Выбрать начертание, тоже знакомая команда из программы Word. То есть выбрали шрифт, хочется выбрать начертание или стиль. Обычное начертание, курсивом, полужирное начертание, полужирный курсив. Все это есть, можете выбирать и работать. Также размер шрифтов, размер букв, строго в пунктах измеряется. Давайте я напишу, что такое один пункт. На будущее вы просто имейте в виду, пожалуйста. Один пункт – это, грубо говоря, 1/3 миллиметра. 0,353 миллиметра. И вы можете, конечно, менять, если зайти в настройки, в настройках изменить единицы измерения, но совсем не рекомендуется для текста выбирать другие единицы измерения, ни в коем случае. Пункты оставляем и для текста, и для обводок. Остальное по ширине, по высоте изменить размеры, это уже в миллиметрах, без проблем можно. Так как вы требования от типографии будете получать именно в пунктах, будет такое требование не менее 6 пунктов на этикетках, не менее 10 пунктов на визитных карточках и так далее. То есть это все очень важно. Далее, что еще интересного с таким фигурным текстом? Сразу покажу 7-й инструмент. Это больше на игру похоже. Это смещение каких-то букв вверх-вниз, скорее всего, ради эффекта. Не более. Ctrl-Z, отменяю эти действия, работаю с текстовым фрагментом. Очень часто мы хотим более подробно символы редактировать. Редактирование символов – это буквы, знаки препинания, пробелы, все это символы. На панели Character – символ. Панель в плавающем режиме можно открыть вот таким длинным путем. В меню Window, Type и Character. Либо в плавающем режиме, либо то, что на панели Control. Ну что ж, открыла в плавающем режиме и смотрим. Знакомые уже функции – это шрифты, начертания, размеры и кое-что, скорее всего, новое. Две большие буквы «А» и всплывающая подсказка, третье слово всплывающей подсказки – «leading». «Leading» – это межстрочный интервал. Межстрочный интервал выбирается для выделенных строчек или для всего фрагмента. По умолчанию межстрочный интервал автоматически. Это размер букв плюс 120%. Если вам интересно увеличить интервал, пожалуйста, можете выбирать больше, чем автоматически. Хочется уменьшить интервал, задать эффект сжатых строчек, вы можете выбирать меньше, чем автоматический leading.
можете в любое время восстанавливать автоматический межстрочный интервал. Также есть такое поле, такая функция kerning. Это интервал между двумя конкретными символами. Допустим, между пробелом и буквой Т. Я хочу задать какой-то интервал больше, чем 0. Я выбираю 200 единиц. Это не единицы измерения, это не пункты миллиметры, а это 1/1000 часть обычного пробела. Хочется увеличить еще больше, можете набрать руками это значение и Enter. Хочется уменьшить интервал между двумя символами, вы можете выбирать отрицательное значение. Нулевое значение без изменений. Kerning только между двумя конкретными символами задает интервал, где мигает курсор. Если хочется между несколькими выделенными символами, то вы выделяете символы и обращаетесь к полю tracking. Каждое третье слово, всплывающее в подсказке, это название этой функции. Tracking – межсимвольный интервал для всех выделенных символов. Все то же самое. С положительным значением увеличиваем интервал, с отрицательным значением уменьшаем. Нулевое значение без изменений. В основном мы до этой горизонтальной разделительной линии выбираем функции. После разделительной линии, как дополнение, идут функции. Например, масштаб по вертикали, что я лично не рекомендую для обычного информационного текста. Может быть, вы масштаб измените для заголовка, для подзаголовка, но обычный информационный текст стараемся так не масштабировать, это неудобно читаемо получается. Масштаб по горизонтали. Или выделю букву и смещу эту букву вверх с положительным значением. А большая, а маленькая – это смещение символа от базовой линии. Дело в том, что символы по умолчанию находятся на горизонтальной синей базовой линии. Если нам хочется смещать, мы выделяем символ и смещаем либо с положительным, либо с отрицательным значением. Пока это смотрится как эффект. Чуть позже, в довольно серьезной ситуации, эта команда смещения нам очень поможет. И уж точно как эффект работает поворот символов. Поворот и по часовой стрелке, и против часовой стрелки. Вы можете в любое время все буквы делать заглавными. Маленькими заглавными, это на 25% меньше обычных заглавных. Вы можете выбирать над индекс, под индекс, буквально через пару минут я покажу, как все это работает, подчеркивание, зачеркивание и так далее. Очень важный момент. Пока с фигурным или объектным текстом перенос слов не работает. Но чуть позже мы посмотрим огромные текстовые фрагменты, даже файлы будем импортировать. И тогда перенос слов будет необходим. Чтобы программа поняла, перенос слов для какого языка она должна включать, мы, в свою очередь, должны включить подходящий язык для нашего текстового фрагмента. Язык для моего текстового фрагмента – русский. Очень важно выбрать язык для автоматического переноса слов. Еще раз повторяю, с маленькими фрагментами это не работает пока. Ну что ж, как и обещала, хочется показывать над индекс, под индекс. И я возьму другой текстовый фрагмент. Инструмент Т, щелчок и пытаюсь набрать текст
А текст набирается с подчеркиванием, зачеркиванием и с остальными функциями, которые я выбирала для предыдущего фрагмента. Очень сильная память у иллюстратора. Поэтому рекомендуется для следующего текстового фрагмента выбрать сброс или восстановление панели. Поставили курсор для следующего текстового фрагмента, и пока мигает курсор, вы открываете меню панели Character и выбираете Reset Panel – восстановить панель. Чтобы долго не искать, что там было включено, и не выключать руками, вы одним щелчком восстанавливаете панель по умолчанию. Допустим, x в квадрате хочется набрать. Двойка не на своем месте. Вы выделяете двойку и выбираете над индекс. Также предлагаются разные дополнительные глифы, символы, где вы можете тоже выбирать разные размеры. Еще один текстовый фрагмент для следующей функции, но, как мы договорились, мы делаем обязательно reset. Reset. И на сей раз набираю H2O. Двойка не на своем месте. Выбираю и нажимаю subscript под индекс.